Всем привет, с вами Андрон Далеко, и сегодня мы поговорим о команде и white paper проекта DCC Finance. Стюи Чу, серийный предприниматель, основатель TN Tech, кандидат наук в области финансов в LCE, магистр в области финансовой экономики, закончил Оксфордский университет и Йельский университет. Стон Ши, телеком, инженер, бывший вице-президент GP Morgan Chase, закончил Нанский университет. Хуа Силайн, управляет вьетнамской общиной DCC, специализируется в управлении бизнесом с акцентом на финансовые рынки. Адвайзеры. Ю Чен, партнер GX Capital. Известный ангел-инвестор Кол в Китае, с новым именем как Цианнань Молодой Циник. Мин Кьяо, технический директор CCX Credit. Пионер отечественной рейтинговой индустрии Китая. Работал в Bell Labs, многолетний опыт работы в области технологии больших данных. Перейдем к white paper данного проекта. Distributed Credit Chain, DCC, это проект, который направлен на развитие финансовой сферы. В настоящее время достаточно много трудностей и неудобств испытывают компании. Централизованные финансовые структуры всегда имеют ряд недостатков. Например, зачастую требуется одобрение государственных финансовых учреждений и приходится оплачивать операционные сборы. Данный проект собирается обеспечить удобную платформу, которая будет приносить выгоду клиентам и компаниям. Заинтересованность людей к проекту может сказать их телеграм-канал, который насчитывает уже более 37 тысяч участников. Из основных достоинств платформы хочется отметить удобную регистрацию. Заемщик регистрируется без каких-либо трудностей и начинает работать с поставщиками. Безопасность. Данные могут быть очищены ради безопасности и в целях избежать проблем в дальнейшем. Децентрализованность. DCC не будет иметь проблем, которые имеют централизованные компании. Исключить долгие взаимодействия. Не стоит забывать про прозрачность данной платформы. Заработок. Поставщик может заработать токены DCC. Distributed Credit Chain развивает экономическую структуру взаимоотношений поставщика и заемщика, попутно развивая экономику. Ведь пользоваться данной платформой будет существенно выгоднее и удобнее, чем какой-либо централизованной системой. За счет новейшей технологии блокчейна платформа имеет все шансы стать очень востребованной. Из-за ее прозрачности и смарт-контракта, с которым ваши данные будут храниться без изменений. Особенности проекта. Существующие сейчас кредитные институты уже не соответствуют требованиям, предъявляемым современной экономикой. Их деятельность в разных странах подконтрольна государственным органам, а небольшие финансовые компании часто работают только с одобрения крупных корпораций или государственных банков. Еще один минус – необходимость выплаты обязательных платежей при совершении кредитными организациями операций по кредитованию. Из-за этого потенциальный доход таких фирм сокращается. В настоящее время фирмы, которые предоставляют кредиты, нуждаются в инструменте, позволяющем сократить операционные расходы. Новая платформа DCC Finance позволяет избавиться от упомянутых выше трудностей. Это даст преимущество обеим сторонам кредитных контрактов. Участникам платформы смогут эффективно взаимодействовать друг с другом с сохранением прозрачности отношений. Кроме того, в DCC Finance позволит избежать случаев спекуляции при выдаче кредитов и снизить процентные ставки по ним без ухудшения рентабельности работы банков и финансовых организаций. На этом мой обзор DCC Finance подходит к концу. С вами был Антон Беляков. Всем удачи и пока!